Добрый день, друзья! Вы на канале Натальи Горбачевой о простой и здоровой пище. Сегодня я буду варить компот из жимолости с яблоками. Мне давно хотелось попробовать жимолость, потому что люди, которые рассказывали о ней, которые ее выращивали, говорили о ее пользе, о вкусе. Но сама я ее не выращивала, и пробовать мне ее пока не доводилось. Но в этом году наши соседи угостили нас этими ягодами, и у нас появилась мысль тоже начать их выращивать. Потому что ягоды вкусные, они действительно очень полезные. Если вам интересно, вы можете почитать о них в интернете. По цвету и по вкусу они немного напоминают синие сливы. Это самая ранняя ягода с кисло-сладким вкусом, такой интересной формы. Косточек в них нет. Для компота я взяла горсть сухих яблок, я их взвесила, получилось 50 грамм. Можно, конечно, использовать и свежие яблоки, тогда их нужно взять побольше. 2-3 фрукта. Жимолости у меня будет 100 грамм, варить компот я буду в 2-литровой кастрюле. Но сначала ингредиенты я хорошо промою. Я их засыплю сразу в кастрюлю и несколько раз промою холодной водой. Промытые яблоки и ягоды я заливаю водой, добавляю немного коричневого сахара и ставлю кастрюлю на огонь. По желанию компот можно подсластить и медом, но тогда его стоит добавлять в уже остывший компот. Я даю воде закипеть и огонь сразу выключаю. А затем у меня компот настаивается не менее 2-3 часов. Особенно если яблоки сухие, им нужно дать время на то, чтобы они отдали свой вкус компоту. Часто компот я готовлю вечером, и тогда к утру он уже хорошо настаивается, бывает очень вкусным и насыщенным. Получается вот такой красивый, вкусный и витаминный напиток. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Если видео вам понравилось, как обычно, делитесь им с друзьями, приходите на мой канал, подписывайтесь. А если кто-то из вас выращивает такую ягоду, расскажите, что вы из нее готовите.